общем, объясню для незнающих. Мы сейчас находимся на съемках «Голубого огонька» накануне нового 1964 года. Садимся на шаттл. Вот. Первые ряды у нас. Приезжие, угольщики Кузбасса, стахановцы, тоже угольщики из Донецка, да. Доярки, Тамбовщины. Отсюда. Вот там подальше, значит, там космонавты у нас, генералы. Вот, а галерочка у нас ученые, писатели, ну, шутка всякая. Ну, позвали, надо. Для цветника надо. И тут выходим мы и поем вам о проблемах нашего парка «Франчотри». Ручки мои, сами мои руки, и бережки плывут.
поэт, вот тебе мораль, если нету хрена. Говори, не жаль. Почему к педрилкам тетки так идут? Посиди, подумай, несколько минут.